У меня в руках две одинаковые прямоугольные призмы, в основании которых лежат равнобедренные прямоугольные треугольники. Сделаем из этих призм кубик и поместим его на столик. Параллельно соприкасающейся грани кубиков мы установим плоское зеркало. На боковую грань кубика поместим букву М. На заднюю грань поместим букву У. Вы читаете слово «ум». Если между призмами поместить тонкий слой бумаги, то слово «ум» не меняется. Нальем между призмами воды. Объясните, почему буквы поменялись местами?